Не просто было записать этот альбом, и, как говорит Петя, сам Петр Сёлин, что, значит, без помощи спонсоров, без поддержки друзей и единомышленников, возможно, этот альбом и не увидел бы свет. А среди спонсоров, значит, этого проекта, ABC Computers, музыкальный магазин, Приморская краевая филармония, Приморский краевой драматический театр молодежи и многие-многие другие, которые сегодня сидят здесь, в этом зале. Спасибо вам за помощь и поддержку. Теперь маленько о концерте сегодняшнем. Концерт сегодняшний будет состоять из двух частей. Все второе отделение будет звучать песни в исполнении Петра Сёмина, Олега Криволапова. Ну, то есть, вы послушаете весь этот альбом. А вот первое отделение, в первом отделении этого концерта, значит, придут музыканты, которые пришли поздравить его и попеть свои песни, как бы в качестве поздравления Пете с выходом альбома. И я уступаю место как раз вот таким людям. Сейчас выйдет на сцену известная группа «Иван Панфилов». Они очень громкие, поэтому приготовьтесь. Они тихо играть не умеют. Прошу вас. Добрый вечер, уважаемая публика. Сегодня мы здесь собрались, чтобы... Или собрались, чтобы поздравить Петю и Олега с выходом диска и, так сказать, попеть вам немножко своих песенок, а то уже забыли, наверное. Ночью для утех.
Сейчас мы хотели бы исполнить песенку про город. Она так и называется «Про город». Это была группа Иван Панфилов. Спасибо вам, ребята. Следующим поздравить Петю сейчас выйдет наш приморский владивостокский композитор Дмитрий Смирнов. Он сыграет им сочиненные два ноктюрна и одну какую-то музыкальную пьесу. Дима, может, ты что-нибудь скажешь Пете? Да, добрый вечер. Мне очень приятно, что этот день произошел. Все-таки, да. Ну, я рад, что Пете хватило мужества, терпения, там, помощи, друзей.
сделать это дело достаточно. Я считаю, что этот диск, в принципе, наверное, первый диск в нашем городе, который заслуживает ну, такого творческого внимания. Ну и вообще это событие такое, ну, очень уважаю его творчество. Спасибо ему, что он есть. Дмитрий Смирнов.
Дмитрий Смирнов. Спасибо, Дима. Вы знаете, в ходе нашего концерта постоянно происходят изменения. И вот я сейчас приглашаю на сцену автора и исполнителя своих песен Игоря Пшеничных. Пожалуйста. Подержи пока. Во-первых, 2 года назад на этой сцене произошла моя презентация. Мне очень приятно, что эта презентация у Петра происходит здесь же, наверное. Все хорошее здесь творится. Хорошо. И другим пожелаю тоже здесь проводить свои презентации, собираться, потому что по полгода не видишь своих друзей, и они пришли. Это очень радостно, что их встречаешь здесь. Я принес свой компакт-диск, Петр выйдет, наверное, потом получит. Передашь? Я жду от него, соответственно. Теперь можно немножко спеть. Я хочу спеть в преддверии праздника. Наверное, для женщин, которые вдохновляли Петра. Ты просто так дал мне гитару и ушел, что ли? Включите, пожалуйста. 1, 2. Так петь или что? Панфилова зовите. Соломаид инструмент. Сергунев. Да, кстати, я еще не пожелал Петру кое-что. Пока включи. Недавно был, как говорили раньше, в творческой командировке в соседнем государстве. Так вот там китаец бегал с большой коробкой киви, предлагал. У них есть понятие максимум и минимум. За 28 юаней потом долго-долго бегал и окончательно остановился на цифре 10 юаней. Так вот, Петр, если ты слышишь, я, конечно, хочу пожелать мне максимумов, не минимумов, а просто вдохновения и удачи. Свету поменьше, пожалуйста, лирика. Называется «Городской романс». Ты видишь, невозможно возвращение туда, где навсегда тебя оставили. Чем безмятежней звездное свечение, тем неизбежней близость угасания. Чем безмятежней звездное свечение, тем неизбежней близость угасания. И сердце, обманув душе израненной, я синих птиц своих на волю выпустил. Там слишком многое казалось правильным, что оказалось странным и неискренним. Там слишком многое казалось правильным, что оказалось странным и неискренним. Ты видишь, и Беронам плакать хочется, им, как и людям, не хватает нежности. А поезд ночью символ одиночества, ведь ехать не с кем, некуда и незачем. А поезд ночью — символ одиночества, ведь ехать не с кем, некуда и незачем. Но я прошу тебя, забудь и выпусти
синиц моих, из глаз своих печальных. А слезы на дожде не скоро высохнут, хотя все это странно и неправильно. Спасибо. Спасибо, Игорь. Удачи, Петр. Вот тебе обещанная пластинка. А сейчас на эту сцену выйдет художественный руководитель театра, в котором мы сейчас с вами находимся, Виктор Галкин. Добрый вечер, уважаемые зрители, добрый вечер, поклонники таланта, искусства, как угодно можно назвать, но всего хорошего, то, что делает Петр Сёмин. С Петром Сёминым нас связывает уже долгая творческая работа, потому что, придя сюда в театр, я столкнулся с тем, что археолог писал стихи, писал музыку, и здесь, на этой сцене, проходили спектакли с участием группы «Дождь», тогда она еще называлась. И творчество продолжается по сей день. Я бы хотел, пользуясь случаем, в первую очередь поздравить всех женщин, присутствующих в зале, с наступающим праздником 8 марта. Поздравить Петра Сёмина, потому что он подгадал как раз выход своего компакт-диска, и, наверное, те спонсоры, и те друзья, которые помогали выпускать, подтянули все именно к этому дню. И я исполнил несколько песен, всего их две. Ну, в том ключе, в котором Петр любит работать. Это осень и зима. Виктор Галкин. Вот и все окутал молчание нас с тобой. Есть все основания грустить, вокзал пустой, перо. Осень взбаламутила души и сердца, и дожди выводят музыку, и нету ей конца. Осень, 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 что ж ты делаешь? Извините, как бы подтянуться чуть-чуть, а? Ну, где этот мальчик? Серега! Гитару бедного задержит. Помогите ей денег родить. Будь спадать. Ладно. Стульчик какой-нибудь вынес, так и было бы поставить. Дайте стульчик. Мальчик, наконец. Вот, это клавиши. Все, это клавиши. Я еще раз начну, извините. Ничего. А иначе бы скучно было. Вот и все окутало молчание нас с тобой. Есть все основания грустить, вокзал пустой, перо. Осень взбаламутила души и сердца, и дожди выводят музыку, и нету ей конца. Осень, 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 что ж ты делаешь? Осень, 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 не спеши вышивать метелью листья кружева. По земле, где льют и льют дожди, а состав скоро растворяется в сумасшедших красках этих дней. Тяжело, как стаи разлетаются, хороводы листьев журавлей. Осень, 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 не спеши вышивать метель.
метелью листья кружева. По земле, где льют и льют дожди, вот и все отстукивай капельки по путям ушедших поездов. Наш перрон, цветная фотография, только листья кружат, как в кино. Осень, 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 что ж ты делаешь? Осень, 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 не спеши вышивать метелью листья кружева. По земле, где льют и льют дожди. Осень, 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 что ж ты делаешь? Осень, 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 не спеши вышивать метелью листья кружева. По земле, где льют и льют дожди. Говорят всегда все, что не знают многие зрители, которые с ним не знакомы. Помимо того, что Петр археолог, пишет, сочиняет, он еще и занялся тем, что рисует, делает графику. Он дружит со многими художниками, надеюсь, они здесь в зале, и не дадут мне соврать. На самом деле у него интересная графика получается. Я надеюсь, что когда-нибудь он сделает нормальную большую выставку персональную. И вот одна из график, которую я сейчас попробую изобразить, как это называется в песне. Опустились сумерки на город. Одиноко у окна стою. Память лентой кинопленки старой возвращает в осень наяву. И снова звуки саксофона где-то в сентябре. В парке, что сыпан листьями, кружатся снежинки в январе, и молчат дожди неистовы, и пускай мотив метели флейтами по безлюдным улицам губы повторяют вновь и вновь ту простую музыку. Где-то в сентябре в парке, что сыпан листьями, кружатся снежинки в январе, и молчат дожди неистовы, и пускай мотив метели флейтами по безлюдным улицам губы повторяют вновь и вновь ту простую музыку. Галкин. Спасибо, Виктор. А сейчас я приглашу на сцену один из старейших коллективов в нашем городе. Они вместе играют уже с 73-го года. Это Виктор Александров и друзья. Пожалуйста, Виктор.
Спасибо. Маленькая поправочка. Мы не играем, а играли вот с такого давнего времени. А сейчас ребята все, кроме меня, заняты вне музыкальной деятельностью. Вот. И поэтому у нас вот такой союз временный после долгого застоя. У нас буквально две репетиции было. Ну ладно, застолье, хорошо. Мы поздравляем Петра Семина с выходом его альбома. Желаем ему удачи, здоровья, творческого полета, новых находок, новых песен. И мы, Петины все друзья, тоже желаем, дарим ему эти песни. Первая песня, на первый взгляд, к жизни никакого отношения не имеет. Она называется, шуточная песня, «Барабашка». Погасили свет, но тишины покоя нет. Некто будоражит наши сны. Барабанит делово, домовое существо, злостный нарушитель тишины. Бара-барабашки слышим звук, бара-барабанит тук-тук-тук. Дома аномальный старый друг, испокон времен. Если шорох страшнее грома, это явно он. Он все делает тайком, то летает сквозняком, то устроит на пугливость тест. Застучит водопровод, вот, холодильник затрясет, то устроит в детской полтергейст. Бара-барабашка слышит звук, бара-барабанит тук-тук. Страшнее грома, это явно он. Барабашка деловит. Порою жизнь не весела, если в стенах не слышна гробовая тишина, значит, в доме жизнь не умерла. Бара-барабашки слышит звук, бара-барабанит тук-тук-тук. Дома аномальный старый друг, испокон времен. Тук-тук-тук, барабашка дома, тук-тук-тук, это нам знакомо. Если шорох страшнее грома, это явно он. Бара-барабашки слышит звук, бара-барабанит тук-тук-тук. Дома аномальный старый друг, испокон времен. Барабашка дома, тук-тук-тук, это нам знакомо. Если шорох страшнее грома, это точно он. Спасибо. Наш город замечательный, находится в замечательном месте на полуострове. И он как бы смотрит в океан, устремленный как теплоход, идущий по волнам. Следующая песня называется «Теплоход». Посвящается нашему городу и нашим пишущим братьям. Гигант резвится полный
гонит чередой. Над волною мы как птицы и как рыбы под водой. В мир окно иллюминатор, то взлетает, то вернет. Над волной ты навигатор, и под ней моряком наш теплоход идет, не замедляя ход. До порта назначения осталось миль 500. До порта назначения осталось миль 500. Не идем пустым понтоном, а вмещая сотни тонн, кашалотом многотонным сеем панику в планктон. Вовлекают нас дельфины в озорной карнавале, и художник солнце спины красит в ультрафиолет. А теплоход идет, не ускоряя ход. Бывали ускорения до полного вперед, случались ускорения до полного вперед. Мы ремеслам, мы наукам, морем учены сполна. Нам меняло инфразвуком состояние волна. Штормом карой за измены выправлял нас Посейдон. Колебали руль сирены, прежний курс не изменен. И теплоход идет, не изменяя ход. А на объектах веренных проверенный народ. А на объектах веренных проверенный народ. К нам неверы, к нам невежды, потрудись, переплыви. Море веры, мы с надежды, а за ним простор любви. Ночи в вере, дни в надежде, ведь любовь нас где-то ждет. А на камбузе, как прежде, борщ второе и компот. Но теплоход идет, осуществляя ход. Приписка вдохновения, Владивостокский порт. Приписка вдохновения, Владивостокский порт. Итак, в нашем городе нам живется, разживется, значит поется. Раздышится, значит пишется. Еще одна песня для нашего города написана в прошлом году для 140-летия. Для 140-летия. Песня называется «Предел». Наш город видным с моря и со взгод. На нем зеленый клином сходится прямой. К нему бегут со всей России поезда, а дальше тихо океанская вода. Здесь на пределе транссибирская дорога, порт изобилия, бухта Золотого Рога, где золотые храма купола вновь отражают, как идут дела. Здесь на досуге город тянется к волнам, а там гуляющие волны рады нам. Гуляет город к морю реками стекаясь, резвятся чайки, а вдали гуляет бар. Рожденный быть дальневосточною главою, наш город чувственный и схваткой деловой. На полуострове предела голова, на загляденье части тела острова. Для средоточья беспокойного народа есть все невзгоды и капризная погода. Жизнь края света на семи ветрах, на многозначных телефонных номерах. Здесь на досуге город тянется к волнам, а там встречающие волны рады нам. Гуляет город к морю реками стекаясь, резвятся чайки, а вдали гуляет парус.
здоровье города еще не взяли годы. При исключительной живучести природы и наши дни еще довольно хороши. Благодаря иммунной стойкости души, пусть в суете не все равны и тяг не рвали, но здесь мы граждане родны, как горожане. Здесь наш предел и наш восход, и наш исток. Один единственный на всех Владивосток. Здесь на досуге город тянется к волнам, а там на набережной волны рады нам. Гуляет город к морю реками стекает, резвятся чайки отдали, гуляет парус. А на досуге город тянется к волнам, а там встречающие волны рады нам. Гуляет город к морю реками стекаясь, резвятся чайки отдали, гуляет парус. Играют чайки отдали, белеет парус. Рыбачут чайки отдали, сигналит парус. Спасибо. Поздравления Петру Семину. Виктор Александров, спасибо, друзья. И мои друзья. Спасибо им, что они у меня есть. И еще один коллектив пришел поздравить. Всех с наступающим праздником, женщин. И еще один коллектив пришел поздравить Петю, Петра Семина и Олега Криволапова. Коллектив называется «Евгений Чикишев и компания». Прошу на сцену. Пока ребята готовятся, я вам немножечко расскажу о том, что будет происходить дальше. Вот после этого выступления будет небольшой антракт, в котором вы можете приобрести вот эти самые компакт-диски с Петиным альбомом прямо в фойе театра. Что? Ну, после концерта за автографами, пожалуйста. Thank you.
Большое спасибо. Большое спасибо. От лица нашего коллектива мы хотим поздравить Петю Семина с величайшей заслугой в музыкальном мире, что он смог сделать, что у него хватило сил довести до конца свою работу, завершить ее удачно. Петя, удачи тебе, новых песен, потому что я тебя вижу. Я говорю для тебя. Он говорит, что ты говоришь? Спасибо. Вот на этих теплых словах мы заканчиваем наше первое отделение концерта. Через 15 минут мы ждем вас вновь в этом зале. Кстати, работает буфет на втором этаже и продаются диски. Покупайте, пожалуйста. Лучше Семина покажи. Он же не видит. Не успев проститься за седые горы, за моря. Ада биты горькой по холодной заке. Не зови, тянет грустно.
Ну вот мы и подошли ко второму отделению нашего концерта. Большое спасибо. Только что Петр Земин исполнил первую песню из собственного альбома. Но я хочу вам напомнить, что вот этот диск я держу в руках, и на этом диске две фамилии – Петр Семин и Олег Криволапов. Если Петр Семин... Петр Семин выступил на этой пластинке автором, исполнителем, автором стихов и музыки, то Олег Криволапов, значит, был и аранжировщиком, и играл и на бас-гитаре, и на клавишах, и на прочих инструментах. Ну а сейчас они продолжат свою программу. Следующая песня называется «Белый снег». Стоит огонь.
для начала так сел. И появился третий в роли друга в этой самой семье. Неважно, она или он, забыли, что это их дом. Прошел вдвоем им лет 10, почти 10. И вот она без мужа, он один, а на друга плевать. У них остались письма и сын, который любит рисовать. Не важно, что будет потом, где будет она или он, у них навсегда осталась Евгений Чигишев. На самом деле этот диск писали не только мы с Олегом. В записи этого диска приняло участие довольно много разных людей, очень хороших, талантливых владивостокских музыкантов. Вот один из них сейчас только с нами сыграл, Женя Чекишев. И другие будут. Сейчас на сцену мы приглашаем Виктора Заткова. Первых числа декабря, так называется эта песня. Yeah.
устала, как от бега, жизнь, которая привыкла лишь к победам, замирает в ожидании весны. Мне бы окунуться в эту призрачную небо, окунуться и вернуться, будто не было, в день, когда придут дожди. Падает не дождь, забирает звуки и цвета прямо на глазах у всех. Конечно, мы волнуемся. Конечно, вот я даже слова забываю. Все нормально. Песен, которые уже. Я так иногда подсматриваю туда, вы внимания не обращайте, потому что тяжело на самом деле. «Зимний вальс», так называется следующая песня. На сцену мы приглашаем Андрея Лукаша. Thank you.
за окном зима, за окном февраля, и везет меня старенький трамвай через снег и мглу к дому на углу, к дому, где стоит старенький фонарь. Его желтый свет красит солнце цвет и меня, и метель. Позабыв про всех, вижу, как во сне я тебя. Наверное, этот альбом «Белая весна» получился такой, ну, может, где-то грустный.
где-то скучно, не знаю. Ну, такой, вот такой вот. Весь как спектакль такой вот. Можно, да, послушать? В качестве подарка к весне, которая уже наступила, слава богу, мы сейчас вам сыграем вот три новых песни. Они из другого альбома, называется он «На востоке дожди». Можно сказать, что это вот премьера песни. Хочу вам сразу представить, ну, Олег, я думаю, знает здесь процентов 90, может быть, 100, я не хотел увидеть. С нами сегодня Александр Дедков, гитара. Ну, первая песня, соответственно, так и называется «На востоке дожди». А когда будет новый альбом, вы не сказали? А мы еще сами не знаем. На востоке дожди пахнут морем, пахнет морем туман, моросящий с утра. Ветра сильной поры, с ними в споре, по рецептам засолки нового дня. Я познал этот край, и через тысячи лет, и за тысячи миль, ни при чем расстояния и цветов полевых. Самый лучший букет я тебе подарю, здесь назначен свидание. На востоке дожди пахнут морем, пахнет морем дома, от подвалов до крыш. Лунный свет фонарей с йодом свое охраняют тебя, пока ты крепко спишь. Я узнал этот край, и через тысячи лет, и за тысячи миль, ни при чем расстояния и цветов полевых. Самый лучший букет тебе подарю, здесь назначен свидание. Востоки дожди пахнут морем, пахнет морем роса на траве и кустах, и улыбка твоя тоже море, море счастья в твоих самых сердцах глазах. Я б узнал этот край и через тысячи лет, и за тысячи миль, ни при чем расстояния и цветов полевых. Самый лучший букет я тебе подарю, здесь назначен свидание. Свидание. Спасибо большое.
нас небольшая невестка пришла. Бывает. Мы еще не знаем, какой это альбом будет, там, как он вообще будет. Но песня вот такого плана, как называют, бардовские, наверное, не знаю. Но среди них затесалась, тоже не могу правильно объяснить, во-первых, не понимаю как. Ну, в общем, затесалась песня, которая, ну, как нам кажется, похожа на романс, наверное. Она называется «Напишите письмо». Вот, ваше внимание, она ее и предлагаем.
Спасибо. Ну, вот опять грустная получилась. В зале присутствуют мои родители, мама, папа. Они прекрасно помнят... Спасибо, спасибо. Они прекрасно помнят детство наше, мое, Саши, Кости. У нас, да, несколько братьев. Мы жили рядом с железной дорогой, и там, значит, возили цистерны, возили нефть, нефтебазу, танкера разгружали. Мне всегда железная дорога нравилась здесь, непонятно почему. Ну вот, или, может быть, можно сесть и уехать куда-то, или на другой куда-то приехать. Так или иначе, уже будучи в здравом рассудке и памяти, ну и в возрасте уже, конечно, я любил гулять по железной дороге, там, где поезда не ходят, старые такие шпалы, травка растет. Ну вот, наверное, так написалась песня, написалась что-то, ну, не сразу. Называется она «В дорогу». Ну вот из этого же альбома, это последнее, что мы хотим подарить сегодня из нового. Но не последнее вообще. Итак, «В дорогу». Это ж здорово, но не каждому дано поезд тронется мгновенье, разделяющее жизнь, как после долгого похмелья. Снова я берусь за кисть и судьбу рисую заново, ни к чему чем далеки. Красота — это главное, остальное пустяки. Кличка погоны колес, пусть не даст мне спокойно уснуть до утра. А привычка курить перед сном не оставит к утру сигарет. Все, пора в дорогу, за окно картинка осень. И на плёкой плывет, где природа с легкой грустью. Ожидаем живет, и унылые молчание мелькают люди города, устали ждать они в отчаянии, забыв, что ждать, да и когда все меняется под звездами, не меняется сюжет, как было в путь и будет после нас, неважно с нами или нет, когда находишься в прострации. Для этой самой ситуации не существует поезда. Ты перекличком погонных колес, пусть не даст мне спокойно уснуть до утра. Привычка курить перед сном не оставит к утру сигарет. Все, пора в дорогу. Веселили мы вас? Я думаю, что эти песни тоже не веселые, но так получается. Вот на сына приглашается, наконец-то, Вадим Голдобин. Вадик, ты уж прости. Последнее свидание, так называется. Это
метро, без цветов, без надежды навстречу. Если ждать, то нет разницы, где все равно одиночество дома не лечит. Он курил, ему дождь не мешал, так устал, что хотелось уснуть. После каждой затяжки глаза закрывал, было легче с собой говорить. Он уже ничего не хотел, пусть все будет, как будет, как есть. Он не ждал ничего, ни от чувств не отдел. Почему тогда снова он здесь? Может, это простая хандра, обвинила тоской, как вино. Может, здесь было лечь, уйти в никуда, или быть одному, как вдвоем. Что Петя у нас талантлив, да, даже более чем талантлив. Но многие, наверное, еще не знают, что Петя у нас еще и рисует. Знаете об этом? Так вот, Петю пришли... Нет, скорее всего, скоро мы придем на презентацию его выставки. А пока Петю пришли поздравить наши приморские художники и хотят сказать тебе пару приятных, ласковых слов. Слово имеет Евгений Макеев. И художников очень люблю. Подожди, два слова. Там шнура нет, иди сюда, чёрт. В общем, лучшего поздравления женщинам придумать невозможно. Я знал музыканты, в частности Петя, вас очень любят. Я с ними полностью согласен. А что касается белых снов, моя следующая работа будет называться «Белая зависть». Да простят меня братья-художники и да поймут. Но все-таки, на мой взгляд, самое абстрактное из искусств – это музыка, это магия, это когда вот только появилась и уже исчезла. Это здорово. После этого хочется рисовать. Спасибо. Спасибо, Петя. У нас здесь такой маленький этюд, несмотря на осень, на, значит, дождь, на снег, маленький кусочек лета и солнца. Я думаю, Петиному творчеству это не повредит, надеюсь на это. Спасибо. Пожалуйста.